Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Как вам у нас в Домодедово? В Домодедово очень атмосферно, очень хорошая комьюнити, а организатор максимально адекватный. Он научил меня вашим традициям, показал, что тут мало геев, красивые женщины. Жрать можно в помещении. Рядом магазин. И вейп-шоп. И вейп-шоп. И покурить можно. И покурить можно. Тут есть курилка. Охуеть просто. Рот смыл, помой. Альберт. Вот. И я решил под конец дня взять бустер конспирации. Я никогда не вскрывал подобное. Так что давайте откроем вместе. Сложно, сложно открывается, да? Да не показывай, ты пайло. Так, не мешайте, пожалуйста, человек. Хотят пайло, пусть будет пайло. Вот это хорошая карточка. Лайл взяла. Конспирасёвая. Земелька. Во. И... О, хороший артефакт. Ну, как так, такой он. Карточка. Где-то мы его положили, по-моему. Ну что, нормально, битва вин. Да. Довольный, Дмитрий? Вполне. Я не знаю, что это, но мне кажется, я доволен. Давайте, мне ставьте лайк, нормально. Подписывайтесь. И вы найдете свой вин-кондишн.